Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дамы и господа. И тут у нас такая новость появилась, что OQTEL K7000 совмещает в себе высокую автономность и тонкий корпус. Китайские производители уделяют особое внимание времени автономной работы смартфонов, стараясь увеличить его всеми возможными способами. Например, OQTEL недавно анонсировала модель K7000, в которой компании удалось совместить высокую автономность с толщиной корпуса всего 8,6 мм. Интересно, что сам аппарат оборудован съемной батареей на 2000 мАч, а решение реализовано благодаря использованию чехла с аккумулятором емкостью 5000 мАч и функции беспроводной зарядки. Таким образом, пользователь будет обеспечен 7000 мАч, в общем, которых хватит на 12 часов просмотра видео. С 21 сентября смартфон доступен для предзаказа в разных комплектациях менее чем за $100. В период предзаказа смартфон доступен по сниженной цене за $110 или за $100. Без фирменного чехла аккумулятора в комплекте. Технические характеристики OQTEL K7000 такие. 5-дюймовый HD-дисплей, выполненный по технологии LTPS, 4-ядерный процессором T6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 встроенной, с возможностью расширения картами microSD, 5-мегапиксельная камера с интерполяцией до 8 и 2-мегапиксельная фронтальная камера с интерполяцией до 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 2000 мАч. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.